Новосибирского боксера Мишу Алаяна лишат серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Такое решение принял Международный спортивный арбитражный суд. В допинг-пробах Алаяна был обнаружен запрещенный препарат-стимулятор таумино-гиптан. Боксер объяснил, что вещество входило в состав капель от насморка, который он принимал в ходе соревнований. Также спортсмен заявил, что официальное разрешение на применение лекарства не было получено по халатности врача российской сборной. Решение суда Алаян намерен обжаловать.